Привет! Детишки будут играть в игру, которая называется «Детектив». Смысл игры таков. То есть выбираем карточки. Тут написано 3 балла, 3 изображения, 3 иконки. Надо найти вот тут и нажать на звонок. Есть карточки по 2 изображения. Есть карточки по 1. Как только находишь, нажимаешь на звонок и показываешь, где находится, допустим, эта иконка. И кто в конце получит больше баллов, больше карточек накопит, тот победит. И посмотрим, сейчас мы сыграем, как наши дети будут справляться с этим. Красота игры заключается в том, что записывать ручками на бумажках ничего не надо, потому что на каждой карточке зафиксированы определенные баллы. 3 изображения, 3 балла. Допустим, вот игрок зарабатывает сколько-то карточек, вот так, 3, 2. Вот это плюсуем, вот и все. В конце получается суммарно его баллы, вот это одного игрока, эти карточки второго, допустим, вот так, сколько карточек, столько и баллов. Таким образом, мы сейчас начнем, стартанем игру. И знаете, красота в чем заключается? На карточке может быть замок, а замки у нас, допустим, вот разные, очень слишком разные, которые, если игрок ответит неправильно, покажет неправильный вот образ, тогда заштрафуем и эту карточку заберем. Как, допустим, если карточка в 1 балл, и игрок не найдет эту карточку правильным, нужным образом, у игрока плюс вот эта карточка идет в корзину, еще у игрока отбираем карточку, его тоже в корзину вместе с этим, то есть штраф. Хорошо, таким образом мы сейчас стартанем и посмотрим. Игра должна быть интересной. Детишки готовы? Да. Давай я переверну карточку, посмотрим. 2 балла и 2 изображения. Кто быстро найдет, нажмет на звоночек. Ой, Сумаечка уже готова. Молодец, 2 балла зарабатывает Сумая. Дальше, вторая карточка. Тоже по 2 балла. Ой, Сумаечка такая шустрая. Так, хорошо, еще 1 балл. Смотрим, вот что тут у нас. О, Сумаечка. Он не дает пока другим возможности. А, это же чуть посложнее получается. 3 иконки, 3 изображения. Кто найдет, интересно. Давайте шустренько. Ну, что вы застряли там? Ну, ничего не нашли? Совсем ничего? Давайте. Да. Есть и правильно, молодец. Так, дальше в конце мы посмотрим, у кого больше карточек окажется на столе, тот и выиграет. Угу. Думают, находят. А я тоже нашел, барашку нашел. Сложно находить. Глаза путаются как-то. Камеру тоже нашел, фотоаппарат нашел. И ну не все нашел. Еще остается иконка, которую не нашел. Так. А, да, нашел. И третью нашел. Есть. Но ребята пока не нашли. Может, я так чуть сверху смотрю и нагляднее. Ну что, ребят, давайте, давайте. Не затягивайте. Так. А, да, посмотрим. Да, есть. Есть. И да, молодец. Вот мага нашел. Дальше продолжаем. Вот кошка. Есть с хвостиком и без хвостика. Тоже надо заметить. Ага. Так, стрелочка. Угу. И да, кошка есть. Так, продолжаем. Вот это такая кошка тоже с загнутым хвостом или без. Ага. Так. Ну, работайте, друзья, работайте. Ясна пока получила 1 балл. Мухаммад получил сколько там баллов, если не помешаю, посмотрю, 6.
А сумаечка сколько? Так, 8, да? 8, хорошо. Да, сумая. Покажи. Есть, молодец. Это карточка твоя. Добавила. 11 баллов стало. Дальше. А, вот это интересная штука. Глазастая. Она тоже двух вариантов тут есть. Ага. Да, молодец. Ай, как быстро. Ага. Да, молодец. Хорошо. Так, далеки они были друг от друга, две изображения. Да, поэтому так долго нашла. Ага. Треугольник, кошка, Маруся и да, смайлик. Хорошо. Дальше продолжаем. А это сложная карточка должна быть. Ой, нет, для магии ничего сложного тут нет. Молодец. Вот это интересная барашка. А вот такие чемоданчики, принтер, что там. Вот они тоже нескольких вариаций тут есть. Где ручка белая или без... ручки. Так, ага, есть. Да, правильно, молодец, мага. Показал все. Дальше. Ну, Эсма, ты отстаешь, давай уже. Тоже. Эсма там только один и два, наверное, да, только эти малюсенькие карточки нашла. Так, мага думает, мага находит. А? Да, беспроводная мышь. Ага. Хорошо. Так, и те же эти. Правильно, мага, правильно. Ну вот зрители, кто смотрит, кто нашел, есть, которые вот быстрее находят, чем наши ребятки. Ну и ребятишки уже привыкли, поэтому, может, сыграли пару раз, и глаза как-то привыкли к изображениям. А на первый раз вообще было сложно, мне самому даже сложно находить. Даже сейчас сложно. Но игра выпускается в разных вариациях. Есть разные изображения. Так, да, правильно. Хорошо, дальше. Продолжаем. Вот эта малюсенькая собачка, щенок. Она так не просто находится, она сложная иконка. Я заметил, хотя. Я заметил. Ну, хотя я заметил собачку только. Остальных пока не приметил. А, да, стрелочку тоже заметил. А где это? Это пауза двух валяется. Ага. Да. Да, молодец. Да. Так. Птичка-невеличка. Корзина и стрелочка. Но стрелочка тоже есть, которая смотрит вверх или вниз. Если неправильно ответят, значит получат штраф. Так, да, корзиночка она. Птичка, невеличка и обезжи стрелочка. А, да, есть, хорошо.
Ой, как быстро, как шустро. Ой, весьма забрала. Молодец, весьма малюсенькие всего весьма. Так. Ага. А это чуть сложная карточка. Этот облако, это солнышком, оно сложно находится. По практике знаю. Что, ребят? Ага, Эсма. На этот раз Эсма сорвала большой куш. И так. И что дальше? Эсма, как ты долго? Ты точно все нашла? А, ты солнышко искала? А, ну нашла, но потому что на разных разбросаны карточках. Машинка здесь, солнышко здесь, а там еще, не знаю, вот этот капелька какая-то и пятно. И вот поэтому долго там замучилась. Хорошо. Хорошо. Она твоя. Вот малюсенькая карточка. Ой, как быстро сумаечку нашла. Кошка Маруся. Да, браво, молодец. Оп. Ой. Неужто ты мага? А? Ой, молодец. Ну, это такая простая карточка сразу нашла. Рядом они расположены. Собачка и как это там? Нота. И находим. Вот это сложная чуть карточка, потому что вот есть похожие иконки точно на эти. О, Эсма, молодец. Не, Эсма была первая. Она нашла. Ага. Ой, помидорчик, помидорчик. А помидорчик тоже есть двух вариантов. Ага. Да. Молодец, правильно. Думаем, находим. А это сложная штука. Вот эти полоски с паузами. Так, микрофончик. Микрофончик тоже двух вариантов. Ну, кошку хотя бы можно найти. Так, я международный арбитр, ребят. Я в шахматах национальный арбитр. А здесь я международный арбитр. Я тут слежу за игрой и не вмешиваюсь отдаленно. Так, не находим, не находим, да, ребят? Что такое? Почему? С чего так резко? Ого, ага. А, да, ну хорошо.
сейчас молодец, впечатляет. Так, корзина без крышки. Но мышка с проводом. И птичка с хвостиком. Так, я смотрю. Да, мышка показала. Так, птичка и корзина. Хорошо. Снимаю, была первая, да, молодец. Хорошо. Трактор. Красный трактор, синий трактор. Так, бобовые. Ага, хорошо. Так, это найдем. Ой. Ой, молодец. Цикл, цикл, мотоцикл. Реал, серьезно? Молодец. И что же дальше? Ой, ага. Молодец, честно, молодец. Ой. Смотри, ты смотри, молодец. Совушка. Где же совушка? Да, оставь так, хорошо. Так. Продолжаем. Ну ничего, они одинаковые. Продолжай. Продолжай. Пчелка Майя. Пчелки Майя тут, наверное, на наших карточках нет. Это в другом выпуске где-то. Угу. Ага, есть, есть. И да, молодец. Ой, это так быстро находимая карточка. Ну, это же не сложная карточка, да ведь? Так, да, смотри. Да, молодец. Ой, молодец. Так, смотри, как быстро, как шустро. Все, вот на один балл. Кто быстрее? Давайте, давайте, давайте. Ой, молодец. Самая первая. Так, вот две иконки. Несложная. Кто быстрее, кто шустрее? Так, молодец. Дальше. Заметьте, что вот тут в окружности тоже есть изображение, вот вокруг звонка и этих карточек. Да, на этой платформе тоже есть изображение. Так, дальше.
Зубастик какой-то тут есть, но эти тоже есть двух разновидностей. У кого-то ротик вниз без улыбки, грустный, а у кого-то с улыбкой. Ничего себе, молодец. Ого. Да. 3 балла. Ну, самолетик найти будет. Но как бы вот заметили, ребят, вот прямо вниз карточки, если посмотрите, зрители, заметите самолетик под карточкой. Да, вот прямо здесь она была. Так, дальше. Ну, кто же победит? Ого. Но это не то хотя. А вот это? Да, это точно. Давай так. Вот это. Спанчбоб. Давай. Вот это. Ой, ясно первая была. Малюсенькие ясно забирают. Все малютки ясно. Так. А, так. И осьминог. Мистер осьминог. Мага, где осьминог? А, ты потерял. Хорошо, эту карточку мой. Убираем, и у тебя 2 балла. Потому что ты вот одну нашел и второго не нашел и думал, что найдешь по привычке и не нашел. Вот он был здесь, и мы тебя штрафовали. Теперь получается заштрафовали и 2 балла забрали корзину. Хорошо, игра должна быть честной. У каждой игры есть свои правила. Надо соблюсти. Сложная оказалась карточка. Наверное, это... Ага. Я думаю, облако грозовое. Это не находится, а нашли. Так. Барашка такая пухленькая, беленькая. Так, есть. 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 Хорошо. Так, птичка, величка. Сумая, что, ты отстаешь, наверное, да, Маги? Маги бьет рекорды. Так. И что ж дальше? Да, да, молодец, с мамой Люсеньке, 2 балла, 1 балл. А там 2 балла только, балла, с мамой. Дальше продолжаем. Так, и. Так, дай на минуточку, дай с ног карточку. Вот смотрите, собачка есть с опущенным хвостиком вниз и собачка с приподнятым, поэтому тоже разницы большие между ними есть. Хорошо. Дальше. Ну, пока только в корзине 2 карточки по ошибке, которые заштрафованы. Ага, да. И где третья? Да, есть. С ума отстаешь. Эсма, работай. Да, да, точно, точно.
похоже, только с хвостиком. И животик оранжевый. Вот этот белый животик без хвостика, да, правильно. Продолжайте, ребят, играть. Братья Мага опередил вас. Сумая, ты отстаешь. Осма, а это же не для тебя, да, для тебя только эти малютки. 1 балл, 2 балла. Ну? Молодец. Так, Мага забрал эту карточку себе, присвоил. И этот Робокоп. Тишки, тишки, ребятишки. Мы играем в детектив. Ага, да, да, есть. Выиграет в эту игру тот, кто больше всех активен. Так, ага, так, она сама нашла. Ага. Ой, на 1 балл. Эсма, давай, Эсма. Ой, ой, кто первая? Кто первая? Сумая была первая, да, да. Хорошо, так. Интересно эти... А? Мага Сумая опередила. Вот Сумая в конце чуть начала более активно. Правильно, потому что отстает. Так, и так, есть. О, начали, начали, начали. Ой, Сума! Сума малютки собирает. А это уже дело тонкое. Мало карточек осталось на столе, поэтому сейчас завершим. Но надо дополнить баланс. Сумая первая была, да, да и да. Ой, Сума! Ну давайте, давайте, давайте. Опа! Где же? Ой, Мага нашел, хорошо. Ой, еще, еще, еще. Давайте, 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 давайте. Где зубастик? Где зубастик? Где миньон? Миньон, миньон. Да. Хорошо. Три изображения уже. Последняя карточка. Окончательно завершим игру. Завершим эту игру сегодня. Так. Так, и есть, молодец. Хорошо, а теперь, ну вот, пустота на платформе. Теперь надо получается у тебя меньше всех. Вот так. У Маги, да, хотя бы там что-то есть. С ума и тоже. Но непонятно пока, вот так если посмотреть, непонятно у кого больше. Но сейчас мы посмотрим, посчитаем. С ума, говорит, у меня больше. Мага думает, что у него. Пока не ясно. Сейчас посчитаем. Самое время посчитать, что накопили. Давайте теперь каждый посчитайте, что у кого есть, сколько баллов. Посмотрим итого, подытожим и скажем, кто занял первое место, кто второе, кто третье. Давайте считаем каждый свои баллы. 74 и 6, 80. Ровно 80. Да, Мага посчитал все верно. 4, 35, 37. Молодец, правильно посчитал. 37. 80, 37. А теперь суммарно сколько? 50. 56. Значит, 80 у Маги, 56 у Сумаи и 37 у Эсма. Да, Эсма? Хорошо. Победил Мага, получается. Давайте проведем небольшой опрос. Ну что ж, ребят, вам понравилась игра? Супер! Что скажете нашим подписчикам? Пока-пока! Бай-бай! Молодцы, молодцы.